В марте 2010-го мой старший брат выдумал революцию. Я часами ходила по улицам, искала лица, которые подписали петицию, пока меня не забрали в полицию. Хотя у нас тогда ее еще не было. Мой старший брат в это время стихи расклеивал на сигаретных пачках. Я не очень доверила в заманчивость революции, но лица людей озадаченные. Что же все это значит? Со мной не случались. Они не читают. Они вычитают в уме ЖКХ из зарплаты и нервно мнут пачку. До даты назначенного события осталось пара месяцев нераздатных листовок. У нас выйдет, милый мой, у нас выйдет по справке о сумасшествии. Но скоро все будет готово. Мы будем что-то орать на мосту, на красном, гитара. Так орут о пришествии. Пара волшебных желтеньких справок мне тихо нарушать график дежурства. Зашифровать секрет главного блюда справа. На кухне политсовет. В среду здесь было пусто. В нашей организации довольно безумство. Мы знаем, где свет. Мы правы. Мой старший брат умственно отсталый. Меня никогда не существовало.